Рождение ребенка – это огромная радость. Иногда бывают случаи, когда что-то идет не так, и ребенок рождается раньше времени. Чем раньше рождается малыш, тем больше проблем с его сохранением. 2 года назад в больницу привезли беременную женщину, которая себя очень плохо чувствовала. Высокое давление, отекшие ноги и сильные боли в области живота не давали ей покоя. Когда врачи ее осмотрели, то сказали, что нужно срочно делать кесарево, потому что женщине могло стать намного хуже. Пришлось прервать беременность на 21-й неделе. Малышка родилась с весом 340 грамм. Она была настолько маленькой, что могла поместиться в ладонях. Ее поместили в специальный инкубатор, где ей необходимо было провести несколько месяцев. Через несколько месяцев мама смогла забрать девочку домой. Несмотря на сложные роды, девочка такая же активная, как и ее сверстники. Она очень любопытная и с удовольствием изучает окружающий ее мир. Если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.